Алтайском краевом суде только что завершилось заседание по элитному детскому саду «Хэппи Бэби». Напомним, это заведение стало известно на всю страну после того, как вскрылось, что в детском саду издеваются над детьми. Камеры видеонаблюдения зафиксировали более 300 эпизодов издевательства. Интересный факт. Недавно YouTube вынес нашему телеканалу предупреждение, так как в наших сюжетах как раз были продемонстрированы эти издевательства, как воспитатели пинают детей в живот, швыряют, закрывают в темных помещениях, накрывают подушками. То есть алгоритмы YouTube определили, что это жестокое обращение с детьми. Получается, YouTube видит издевательства над детьми, а родителям пострадавших детей приходится доказывать это на протяжении 5 лет в разных судах. В декабре прошлого года Центральный районный суд Барнаула огласил приговор воспитателям. Вместо реального срока подсудимые получили условное. Апелляция в краевом суде оставила приговор почти без изменений. Тогда родители отправились в другой регион, в суд кассационной инстанции. И лишь в Кемерове в начале ноября кассационный суд вернул приговор в апелляцию на новое рассмотрение другим составом суда. На сегодняшнем заседании не прозвучала резолютивная часть, так как дело объемное, и на его рассмотрение понадобится не одно заседание. Так что где наши подсудимые встретят Новый год, пока еще большой вопрос. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.